Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Ну и давайте начнем. Начну я с конца этого слайда, а не сначала. Есть такая шутка у физиков, что свет – это самое темное место физики. Перефразируя физиков, мы можем сказать, что фрагментация – это самый разрозненный термин, который вообще есть в интернете, потому что определяется он самым разрозненным образом. Тогда вопрос, а зачем, собственно говоря, вообще мы говорим об фрагментации и зачем нам это нужно? Ну, нужно нам, во-первых, затем, потому что это, первое, интересно. Второе, да, это может быть опасно, а может быть охотой на снарка. И, наконец, третье, в 2020 году была подписана, принята Генеральной Ассамблеей ООН декларация о праздновании 75-й годовщины Организации Объединенных Наций. Вы потом, в 2021 году, на основе этой декларации был подготовлен доклад генерального секретаря ООН «Наша общая повестка». Этот доклад содержит основные предложения по 12 обязательствам, которые взяты из декларации о праздновании 75-й годовщины Организации Объединенных Наций. И седьмой пункт, он как раз касается цифровой среды, и вот в этом седьмом пункте есть такой подпункт, как избегать фрагментации. Ну, по всему остальному вы можете посмотреть дальше сами. Дальше, в 22-м году, да, и на основании вот этого доклада было подготовлено предложение, вернее, в этом докладе было подготовлено предложение о подписании так называемого глобального цифрового договора Global Digital Compact. В 22-м году председатель Генеральной Ассамблеи ООН назначил постоянных представителей Руанды и Швеции сокоординаторами для руководства межправительственным процессом по глобальному цифровому договору, и в 2023 году сокоординаторы поделились или опубликовали дорожную карту межправительственного процесса. Я не буду останавливаться долго на дорожной карте. Все эти документы, кому интересно, можете найти, соответственно, на сайте глобального цифрового договора, на, соответственно, по тем ссылкам, которые есть в презентации или просто поиском. Давайте дальше. Почему же все-таки фрагментация – такое фрагментированное понятие? Давайте тогда разберемся вообще, во-первых, что представляет собой интернет с точки зрения, потому что мы говорим-то мы про фрагментацию интернета, да, и с этой точки зрения будем дальше уже говорить о фрагментации. Так вот, интернет представляет собой набор фрагментированных сетей. Сейчас я остановлюсь на этом термине более подробно, но сервисы и услуги, предоставляемые поверх них, способны обеспечить бесшовную, единую, объединенную и взаимосвязанную онлайн-публичную сферу. Вот здесь используется слово «сети». На самом деле это не совсем что слово «сети». Используется «network», действительно, «networks». Но на самом деле речь в большей степени, вот здесь есть некая такая, смешение и смещение понятий, да, потому что раньше, на самом деле, речь идет об автономных системах. Если говорить простым языком, то это автономная система, это та единица, собственно говоря, с помощью которой лицо может быть видно в глобальном интернете, может взаимодействовать, осуществлять взаимосвязь с другими лицами в глобальном интернете. Раньше действительно автономные системы в основном назначались на сети. Первое определение автономной системы, оно очень сильно было связано с сетями связи. И дальше у нас там очень долгое время был такой спор, скажем так, о том, вообще как правильно определять автономную систему, потому что, собственно, определение, устарело или не устарело определение, там, то, которое есть в RFC, по отношению к автономным системам, но тем не менее, я здесь оставила сети, потому что сети связи операторов связи являются скелетом, на который нашиваются все остальные, так сказать, сервисы и услуги, которые есть в интернете. Это физический, в первую очередь, это физический слой. Сейчас, конечно, с развитием CDN, с развитием облаков, с развитием новых технологий, граница между виртуальной,
там, это физический и транспортный уровень, да, различие между виртуальным транспортным уровнем и физическим транспортным уровнем, оно достаточно сильно начинает размываться, но тем не менее, да. Теперь следующее. Интернет можно определить двумя разными способами. Это слово относится как к технической инфраструктуре, так и к социальному пространству. Далее. Internet Engineering Task Force определяет интернет как разнородный набор вот здесь взаимосвязанных систем, именно систем, автономных систем, которые могут использоваться для коммуникации различных типов между различными заинтересованными сторонами, сторонами, подключенными к нему. Это техническая инфраструктура интернет. Как социальное пространство, интернет можно определить как общественную сферу, включая контент, человеческий и социальный опыт, образовавшийся в результате этой технической, использования этой технической инфраструктуры. В принципе, интернет может быть представлен в виде, ну, на самом деле, четырехуровневой модели, но все-таки пятый уровень добавляют. Да, это физический, соответственно, уровень, сетевой уровень, транспортный уровень, прикладной уровень, и вот этот вот пятый уровень, нет, пятый уровень, он уже не технический, его очень любят социологи, это уровень контента и транзакций. Оставляют сейчас в модели интернета этот пятый уровень, потому что появились такие, например, фразы, как фрагментация, такие термины, как, например, фрагментация контента. Управление интернетом представляет собой разработку правительственными, частным секторами, гражданским обществом в их соответствующих ролях, общих принципов, норм, правил, процедур, принятия решений, программ, которые формируют эволюцию использования интернета. Это определение согласовано рабочей группой Организации Объединенных Наций по управлению интернетом в 2005 году, то есть на самом этапе появления вот этой вот рабочей группы. Вот теперь давайте поговорим о фрагментации. Фрагментация интернета, о чем я говорила, да, широкое и противоречивое понятие. Оно используется как в академической литературе, так и в политических кругах. Я рекомендую все-таки в большей степени смотреть академическую литературу, потому что в политических кругах это часто понятие немножко передергивается, искажается, а здесь нужно смотреть более широко и более научный подход к этому иметь, обозначает широкий круг явлений и закономерностей, включает в себя как полное отключение системы, ну, отдельной системы от глобального интернета, так и проявление различного опыта пользователей при доступе к онлайн-контенту. Ну, вот то, что я говорила о фрагментации контента. Что интересно, что понятие фрагментации интернета, оно заключает само в себе парадокс, потому что оно рассматривает интернет как единое ранее существовавшее целое, не фрагментированное. А на самом деле интернет у нас состоит из взаимодействующих автономных систем, поэтому он по определению структурно фрагментирован, хотя и связан. Дальше существует несколько определений вообще фрагментации интернет, в частности, балканизация интернет. Выражение с негативным смыслом используется для описания модели разделения интернет на более мелкие и несовместимые единицы. Может применяться как к инфраструктуре, так и к общественному пространству. Расщепленный интернет. Ну, тоже понятие, часть интернета, который, возможно, может отделиться и стать недоступным по технологическим, там, ну, возможно, коммерческим, в меньшей степени политическим причинам, да. И, наконец, фрагментация контента – это когда технический доступ к интернету есть, но некоторые ресурсы оказываются недоступными по той или иной причине. Причем недоступные они могут оказаться по причине того, что есть какие-то правила там и требования, которые, ну, то есть есть блокировка со стороны, скажем так, государств, да, где находятся пользователи, а есть блокировка со стороны государств, где находится информационный ресурс или со стороны владельца информационного ресурса. Есть требования блокировки, не блокировки, а требования блокировки, да. И такая вот блокировка происходит. На самом деле есть еще такой термин, как консолидация интернета, и о нем мы тоже поговорим чуть позже. Оно тоже носит негативный характер. И это усиление контроля над интернет-инфраструктурой и услугами со стороны группы компаний.
Позже, когда мы будем говорить, что такое Web2, мы поймем, о каких компаниях говорят. И, наконец, выравнивание, да, крах открытой структуры интернета, насчитывающей более сейчас 500 тысяч систем в структуре, которая, да, соответствует, на, то есть крах открытой системы и создание структуры, которая соответствует контролируемой и концентрированной, да, системе суверенных государств. Есть еще вот такое определение. Все эти определения вы можете встретить в научной литературе, и все они имеют право на существование. Самая первая модель, которая появилась, да, и, собственно говоря, была эта модель, модель, между прочим, математическая, и, мне кажется, она до сих пор живая. Да, это модель, которая была разработана в Массачусетсе, да, в Массачусетском технологическом институте в марте 1997 года. Ученые объединили социологию и математику, да, да, кстати говоря, и здесь первый раз они объясняют термины, вводят термин балканизации и объясняют, почему они вводят этот термин. Балканизация в переводе с турецкого означает горы, означает, да, это так у нас называется регион Балканы. И термин балканизации происходит от названия этого географического региона. 97-й год, напомню, это, собственно говоря, война в Югославии. И поэтому вот здесь объяснение такое, что физические барьеры, создаваемые многочисленными горными хребтами в Балканах, частично ответственны за этническую раздробленность в бывшей Югославии. Такой вывод делают ученые, когда они называют процесс распадание, ну, процесс разделения, да, интернета на фрагменты, балканизации. Значит, на чем основываются эти ученые? А основываются они на очень интересные вещи, на так называемые как ограниченная рациональность человека. То есть это ограниченная возможность восприятия информации, и делают очень интересный вывод, что усовершенствованные технологии увеличили скорость передачи информации и пропускную способность на всех расстояниях, кроме последних 12 дюймов. Эти 12 дюймов, это 12 дюймов ни в дом, ни в квартиру, это 12 дюймов между монитором или компьютером и мозгом человека. И, собственно говоря, дальше они вводят формулу для расчета там сходства между двумя людьми в пространстве, для расчета коэффициента сходства между двумя людьми в пространстве зданий, вводят формулу для расчета коэффициента балканизации. Что здесь интересно, что вот в этой работе, да, рассчитывается не балканизация по принципу суверенных государств, о которой я упомянула выше, а рассчитывается вероятность или рассчитывается индекс балканизации, основанный на том, что виртуальные сообщества при снятии границ начнут усиливать разделение интернет по группам интересов. И в этой работе они приводят пример Перу, достаточно интересный. Хосе Сориано, известный интернет-активист, много сделал, кстати, для развития латиноамериканской системы регистрации доменных имен в свое время. В начале 90-х он организовал, ну, по сути дела, интернет-сервис-провайдера, который сделал в Перу системы киосков для доступа к интернету, и цель была стереть грань между бедными и богатыми. Получил этот проект название еще «Перуанской деревни» в некоторой литературе, он есть. И вот они приводят пример психолога, некого Мануэля Мола Мандуэна, который начал использовать интернет в своих профессиональных целях, и он признает, что чем больше я погружаюсь в психологические группы, тем, собственно говоря, меньше я провожу времени в перуанской деревне.
Ну и здесь дальше можно будет посмотреть, каким можно посмотреть эту работу, она действительно заслуживает внимания, каким образом вот формируя из географических, да, сообществ люди начинают формироваться сообщества, определенные в группах по интересам, а не по географическому принципу. С моей точки зрения, эта модель до сих пор живая, и, в принципе, наверное, если кто-то бы из... Мне бы, конечно, хотелось, чтобы это были российские ученые, взял эту модель и наложил на нее современные, да, ну вот наложил на нее те параметры, или, может быть, немножко видоизменил ее по те параметры, по те, скажем так, риски, которые сейчас есть, здесь просто надо поиграться коэффициентами, то, возможно, бы мы получили действительно некий математически определяемый показатель, не термин, прошу прощения, математически определяемый показатель, который вообще, наверное, мог бы нам показывать, а вообще в ту сторону стоит нам волноваться, не стоит нам волноваться и так далее. Но я не нашла нигде продолжения, вот в интернете продолжения этой работы. Я говорю, очень бы хотелось, чтобы кто-то все-таки вот этот математический аппарат попробовал использовать для расчета того, о чем мы сегодня дальше с вами будем говорить. Значит, теперь почему, собственно, коллеги из Массачусетса делают такой вывод, почему их волнует не разделение по географическому принципу, а именно разделение по группам? Здесь тоже, этому тоже есть объяснение, потому что работа вышла в 1997 году, а в 2092 году в издательстве Free Press выходит книга Фрэнсиса Фукияма. Называется эта книга «Конец истории. Последний человек». Основная идея – либеральная демократия западного образца распространилась во всем мире. Это конечная точка социокультурной революции человечества и формирования окончательной формы правительства. То есть границы стираются. Конец истории в понимании Фукиямы – это, конечно, не конец событийной истории. Это конец века идеологических противостояний, глобальных революций, войн, в том числе конец искусства и философии. Идеи конца истории на тот момент оказали большое влияние на формирование политики Джорджа Буша-младшего. Очень любил эту тему еще Альберт Гор такой. И поэтому вот все это породило идею, что все старая система международных отношений, она устарела, она никуда не годится, приходит интернет, интернет стирает все границы, и будет некая другая форма государственного управления. История показала, что Фукияма был абсолютно неправ, сам Фукияма отказался, он много давал интервью в течение, там, наверное, вот до 2000 года, позже он отказался от своих взглядов, и по тем сведениям, которые сейчас есть, он поддерживает китайскую модель развития общества. Что же, собственно говоря, разрушил Фукияма своим вот таким вот смелым заявлением о конце истории? Да, разрушил он, к чему привела книга? А привела эта книга к тому, что стали критиковать современную систему международных отношений, которая часто называется Вестфальской. Сразу могу сказать, что опять же идут большие споры насчет Вестфальской системы насчет того, что это Вестфальский мир, очень часто в работах называют это Вестфальский миф. Почему? Потому что система международных отношений была названа Вестфальской в честь мира 1648 года, и некто Лео Гросс и Ганс Монтетау, в свое время изучившие, собственно говоря, войны между Священной Римской империей, которые поддерживали Габсбурги и, соответственно, Франции, Швеции и Чехии, пришли к выводу, что именно тогда зародилась идея суверенных государств. Интересно, и эта идея очень сильно прижилась в истеблишменте штатов, но интересная тема, что ни Гросс, ни Моргентау, они не были специалистами ни в системе международных отношений, ни в этой части истории.
И ученые потом очень долго доказывали, что на самом деле это не совсем так, или, вернее, совсем не так, что современная система международных отношений зародилась после наполеоновских войн и была основана на работах Жана Бодена. 6 книг называется «О государстве», которая была написана в 1529 году. Больше я, наверное, на эту тему рассказывать не буду. Даны ссылки, вы можете посмотреть и почитать их, кому интересно. Но вот эти вот два фактора, да, кстати говоря, вот эти вот неправильные формирования идеи о Вестфальской системе и работы Фукияма, они привели к дебатам, а разрушатся ли столпы Вестфальского храма и движемся ли мы за пределы Вестфалии в связи с тем, что Вестфалия не успевает за технологиями. Это вот такая вот тема была. Это первая тема, да, которая вот сформировала вот, проблемы, связанные с фрагментацией интернета. Теперь было еще одно событие, событие чисто технологического характера, которое называется «Рождение Web2». В 2000 году, значит, интернет считается появился тогда, когда появился обмен гипертекстовыми сообщениями, предложенными Тимом Бернсом Ли. Начал он коммерциализироваться в середине 90-х, в начале 2000-х. Первый интернет был, ну, в основном, да, ищи и читай, но не участвуй, то есть участвовать в написании каких-то вещей, там, создания собственных чатов и так далее могли определенные люди, далеко не все. То есть не все могли самовыразиться в интернете. И, к сожалению, в 2000-х годах происходит то, что сейчас известно под названием крах доткомов. И вообще встает вопрос о том, а будет ли существовать интернет дальше и каким образом он будет существовать. И вот тогда Тимон О'Райли в 2005 году собирает конференцию, видя, собственно говоря, еще не имея даже как бы наметок на тот момент, что дальше делать, но он смело говорит, что, видя, что очень много образовалось людей грамотных, технологически грамотных, готовых работать, которые остались без работы, он смело заявляет следующее, что, коллеги, все хорошо, мы идем в Web2, а то, что было, то, что случилось, это все Web1, и это путешествие в никуда. То есть таким образом вот название Web1 появилось после названия Web2. И как ни странно, вот после этой конференции начала формироваться новая или современная интернет-экосистема на основе коллективного, да, опыта, на основе там технологий, и интернет поменялся сам, пользователи получили возможность активно участвовать и активно выражать свое отношение к тому, что происходит в виртуальной среде. Но, есть одно но, за это они должны были отдавать свои данные. На тот момент, когда все это зарождалось, в общем, это мало кого интересовало, даже рекламный рынок тогда, потому что рекламный рынок в интернете тогда тоже был минимальный, и никто не думал тогда о персональных данных, но привело все это к тому, что у нас образовалась власть платформы, интернет Web2 очень часто называют властью платформ. В этой связи интернет 22 года похож на интернет 12 года, похож на интернет 2009 года, но не похож на интернет 1999 года. Дальше есть разговоры, что все, сейчас вот эта вот модель Web2, она исчерпала себя, скоро придет Web3, он, может быть, и не Web3, опять же, потому что Тимон О'Райли против Web3, ну, некий новый веб, который будет, первый, децентрализованный, второй, в котором пользователи смогут сами распоряжаться своими персональными данными. Что интересно, да, вот если мы с вами будем говорить про мобильную связь, то 2G, 3G, 4G, 5G – это технологии, это стандарты, в них четко определены скорости, частоты и функционал. Вот ни Web1, ни Web2, ни Web3, ни Web5, если он будет, этого нету.
Это все концепции. То есть мы идем туда, если концепция оказывается удачной, то мы идем туда. Вот. И вот основная концепция Web3 – это децентрализация, повышенная защита персональных данных пользователя со стороны самого пользователя. И, соответственно, третье – это возможность пользователя распоряжаться своими персональными данными по своему усмотрению. Ну, туда еще приписывают метавселенную, как возможность перенести реальную жизнь в виртуальную среду. Но пока все ждут краха Web3, точно так же, как был когда-то крах Web1, и тогда, возможно, что-то появится. Ну, вот, собственно говоря, пока мы живем в Web2 совершенно спокойно, где у нас есть так называемая власть платформ, которые тоже влияют на, соответственно, позже мы посмотрим, на формирование интернета. Вот все это сложило, да, вот вся эта структура, она сложила такую достаточно интересную вещь. Есть экторы или действующие лица, которые всегда жили внутри Вестфалии и будут жить внутри Вестфалии, это оператор связи. Всегда, когда, если оператор связи хочет развиваться на другой территории, он должен прийти, получить лицензию, выполнять все требования государства. По-другому нельзя. А вот то, что живет над инфраструктурой, над технической инфраструктурой, оно, собственно, может жить вне Вестфалии, да, и очень долгое время так эти платформы, так и развивалось, да, там тоже, опять же, были большие споры, что это ОТТ, не ОТТ, ну, в общем-то, это веб, да, это веб, который действительно живет над инфраструктурой и, собственно говоря, которого достаточно сложно заставить соблюдать. Есть попытки, и мы об этом тоже посмотрим, соблюдать те законы, которые есть в той или иной стране, потому что, ну, это просто невозможно. И это тоже, собственно, и здесь тоже вот это тот вопрос, почему как вот встает разговор о подписании глобального цифрового договора, чтобы каким-то образом сделать, может быть, общие правила для вот таких игроков и для глобальных платформ. Как определить фрагментацию интернета? Первая работа по фрагментации интернета, она появилась, ну, такая вот, где был сделан, скажем так, по фрагментации современного, да, интернета, уже не Web1, а, соответственно, Web2, где была попытка дать хоть какую-то систематизацию процессу фрагментации, она появилась в январе 2016 года. Она была сделана по заказу Всемирного экономического форума. И авторами этой работы в том числе был, собственно говоря, Windsurf, небезызвестный Вольфганг Вахер, который тоже достаточно известный, как бы интернет, он профессор, если я не ошибаюсь, он профессор, по-моему, немецкого, одного из немецких университетов, и он достаточно активно занимается исследованием вот тоже фрагментации интернета. Сейчас он тоже делает вклад, да, в ту повестку дня по цифровому договору, можно тоже это посмотреть. Значит, но мы остановимся на этой работе и немножко поговорим о ней. Значит, о чем говорят авторы, да, что интернет находится в некоторой опасности, обратите внимание, опасности раскола или распада на слабо связанные сегменты. Авторы выделяют три случая, они называют это, поэтому вот здесь технической, правительственной или коммерческой фрагментации. На самом деле это не, ну, то есть это не техническая, конечно, не правительственная и не коммерческая фрагментация, это аспекты, которые могут стать источником угроз фрагментации. Опять же, нет четкого, определенного, широко разделяемого понимания того, что влечет за собой термин фрагментация, что нет. Я больше скажу, да, когда мы обсуждали эту работу с коллегами, кто-то сказал, классная работа, а кто-то сказал, это все фигня. Там написано ерунда, там это все не проработано.
истина, естественно, где-то посередине, потому что работа заслуживает внимания. Да? Технические случаи касаются технической инфраструктуры интернета или лежащих в основе физических и логических, соответственно, элементов. Значит, фрагментация нарушает базовые принципы открытого интернета, глобальность охвата, целостность, единая глобальная корневая система, например, наименований, да, там, адресов в интернет, принципы открытого интернета, да, какие? Это, соответственно, глобальность охвата, целостность, единство, да, что входит в единство? Единая глобальная корневая система, наименований, наименование адресов в интернет. Это то, чем у нас занимается интернет-регистратура. Да? Функциональная совместимость, то, чем у нас занимаются организации по стандартизации. Универсальная доступность, возможность повторного использования, возможности инноваций без разрешения. Объясню последний пункт, как операторы, как авторы это объясняют. Объясняют они следующим образом, что когда Марк Цукерберг, или когда давайте Брина возьмем, да, Цукерберга брать несколько, создавали свои информационные ресурсы или создавали свои глобальные платформы, они ни у кого не спрашивали разрешения, а можно я пойду и это сделаю? То есть они не ходили, не получали, они просто взяли, сделали что-то в интернете, стандартизовали, и вот этот проект у них, то есть оказался проект успешный, этот проект начал дальше развиваться. Соответственно, компании, развивающиеся дальше, стали влиять на стандарты, но об этом мы поговорим на следующих слайдах. Вот. Дальше тот вопрос, который задают вообще-то авторы. Все хорошо, понятно, что вроде как бы, да, фрагментация вот есть, а как понять, где начинается фрагментация, то есть где интернет из нефрагментированного превращается в фрагментированный. И авторы предлагают что сделать? Пересмотреть понятие нефрагментированного интернета с точки зрения принципов открытого или публичного интернета и сказать, что вот, ребята, вот принципы открытого и публичного интернета, а черта, за которой начинается фрагментация, это как там, где принципы эти нарушаются. Основная концепция первоначальной концепции интернета, основная идея первоначальной, да, концепции интернета – это то, что каждое устройство должно иметь возможность обмениваться пакетом с любым другим устройством. Ну, сейчас оно уже не совсем работает из-за того, что интернет стал очень большой и очень сложный. Есть исследования RIPE, которые говорят, что на границах сети пакеты могут не доходить. Опять же, могут, да. Дальше, универсальность подключения, основное преимущество, функциональная совместимость на сквозной основе достигается за счет разработки и использования открытых технических стандартов и протоколов. Термин «открытость», он сочетается с основными элементами среды информационно-телекоммуникационных технологий, открытый доступ, открытый исходный код, открытые стандарты, открытая архитектура, открытые сети, открытый процесс принятия решений. Ну вот, собственно говоря, вот все, что за открытостью, да, все может иметь признаки фрагментации, да, это еще не фрагментация, это признаки фрагментации. Дальше коллеги предлагают, дальше авторы предлагают вообще отталкиваться, понять, что такое открытость, и отталкиваться от того, а где вообще взять определение открытости. И они ссылаются и приводят документ ISOC, где ISOC дает, называется основные инварианты ISOC, да, то есть основные неизменные принципы интернета. Инвариант – это то, что неизменно ни при каких там условиях, ни при каких воздействиях. Глобальный охват, целостность, общее назначение, инновации без разрешения. Да, еще раз обращаю внимание, что любое лицо, любая организация может создать любую новую службу в интернет, которая соответствует существующим стандартам, передовым практикам, сделать ее доступной для остальной части интернета, не требует, то есть не надо, не требуется специального разрешения. Опять же, то, о чем я вам говорила, если оператор хочет создать сеть на территории другого государства, то он, собственно говоря, должен пойти и получить
лицензию, которая и, собственно, есть разрешение. Да? Доступность, функциональная совместимость и взаимное согласие. Ну, то есть это договоренности на уровне взаимодействия протоколов и стандартов и частей интернета, сотрудничества. О сотрудничестве мы отдельно поговорим потом. И технологии – это многоразовые строительные блоки. То есть можно взять какую-то технологию, использовать ее для себя, создать на этой базе новые технологии. Это новые технологии могут использовать другие для создания еще какой-то новой технологии в интернете. Это очень положительный эффект, потому что одним из таких принципов или признаков фрагментации может быть окостенелость интернета, как они это называют, то есть устаревание протоколов и не то, что делает интернет более тяжелым и менее гибким. Я потом покажу тоже пример. Что важно, да? Что важно, что нет постоянных фаворитов, успех зависит от актуальности и от полезности, а не от того, насколько привилегирован тот или иной игрок в интернете. И хорошие идеи будут вытесняться лучшими идеями, поддерживать одну технологию или устранять конкуренцию, значит, стоять на пути естественной эволюции интернета, значит, стоять на пути развития технологии, значит, отставать в развитии. По воздействию, да, а вообще какой, вот теперь вопрос, а какие бывают фрагментации, да, по влиянию, по воздействию. Ну, первое, нужно понять, да, вот если мы видим какой-то процесс в интернете, который имеет признаки фрагментации, да, нужно задать вопрос, а существует ли такая форма фрагментации, да, долгосрочная она или краткосрочная, вот кибератака, это фрагментация или нет, да, долгосрочная или нет. И надо обязательно обращать внимание на, конечно, устойчивые фрагментации с рекурсивными последствиями, с рекурсивными последствиями. И еще один очень важный момент, что фрагментация, которая может оказаться действительно фрагментацией и оказать серьезное воздействие на интернет, на сегодняшний день может не проявляться, то есть еще не появляться, но может стать полномасштабной проблемой в будущем. Поэтому вот здесь я и говорю, что это вопрос очень интересный, очень многогранный. Преднамеренность. Фрагментация может быть непреднамеренным побочным продуктом решений действий заинтересованных сторон. То есть люди делают технологию, продвигают эту технологию не потому, что они хотят фрагментировать интернет, а потому что эта технология, она интересна для развития их продуктов в интернете. Мы посмотрим потом на один из таких продуктов. То есть они не стремятся к фрагментации, но, опять же, вот дальше внедрение этой технологии, оно и может иметь признаки фрагментации, может иметь последствия нежелательные. Фрагментация может быть преднамеренной, это когда устанавливаются устройства для ограничения доступа, да, для ограничения доступа к какой-то части информации. Но эта фрагментация может быть еще и полезной, потому что люди таким образом ограничивают себя от нежелательного вмешательства. Технология, которая может иметь признаки фрагментации, она тоже может оказаться полезной, потому что при использовании этой технологии другими игроками она, в общем-то, может стать открытой, широко распространенной и улучшить интернет. То есть вот этот анализ тоже обязательно надо приводить. Дальше воздействие. Фрагментация может быть глубокой, структурной, конфигуративной, затрагивать очень широкий спектр действий и интернета в целом. Да? На тот момент, когда писалась эта работа, обсуждался проект ЕТИ, и вот авторы говорят, что создание альтернативных систем адресации имен в интернете, особенно при поддержке правительства или заинтересованных организаций, это очень нехорошее воздействие, которое может иметь очень серьезные последствия.
Ну, я уже сказала, характер, да, фрагментации может быть полезной, да, значит, какие-то организации, какие-то сообщества, какие-то отдельные лица предпочитают быть не полностью доступными из конечных точек, это их право, да, и широкое распространение брат-браузеров, шифрование других инструментов конфиденциальности позволяет поставить вот эти вот личные границы и, собственно, решать, а что мне нужно, а что мне нет. Еще раз, да, что нужно, при каких условиях, да, определить, те или иные формы фрагментации могут быть полезными или непреодолимыми. Еще есть понятие непреодолимая фрагментация, когда, ну, так или иначе она будет введена, да, может ли фрагментация стать неизбежной, в каких случаях? Опять же, может ли она быть полезной? Можно ли управлять фрагментациями, адаптировать их? Или фрагментация всегда результат недальновидных решений, которые должны быть поставлены под сомнение, должны быть исправлены? Вот на эти вопросы авторы предлагают ответить. Вот, собственно, в этом, наверное, основное зерно этой работы. Дальше идет так. Дальше идет классификация факторов, да, которые, вот, о которых я говорил, которые влияют на фрагментацию. Значит, авторы выделяют три фактора: это технологические, коммерческие и политические. Отмечают авторы, что фрагментация может принимать разные формы, оценка угроз, которые они представляют для интернета, различается в зависимости от того, как концептуализируется сам интернет. Либо это исключительно техническая инфраструктура, либо это глобальная публичная сфера. Да? И должны учитывать не только технические аспекты, но и коммерческие, политические, социальные корни и их последствия. И вот здесь добавляется еще одна работа, достаточно интересная, которая была издана в июле 2022 года, называется «Сплинтернет». Это работа, сделанная... Значит, тоже по интернет-фрагментации, которая сделана европейским исследовательским центром при Европарламенте. Это ученые, да, это опять же не политики, которые посмотрели все работы. Там очень много, рекомендую посмотреть эту работу, потому что очень много отсылок к работам других ученых, и можно составить себе очень широкое представление о том, как, что такое фрагментация, да, кто какие точки зрения высказывает, ну и опять же для себя сформировать какую-то более такую понятную позицию. Значит, какие технологические факторы выделяют, соответственно, выделяют авторы в работе по фрагментации интернет 2016 года? Значит, коллеги, сразу хочу сказать, вот этот вот раздел у нас вызвал огромное количество споров, потому что некоторые эксперты, с которыми я разговаривала, они сказали, что это все фигня, это все придумки, такого, это не фрагментация, это просто некие, то есть собрали просто некие слабые точки, слабые места в интернете, и вот все это вынесли таким образом. Я здесь, ну, и согласна, и не согласна, поэтому вот то, что, как мне кажется, на что следует обратить особое внимание, я выделила красным цветом, остальное, соответственно, серым. Первое – преобразование адресов через NAT. Да? Когда идет преобразование адресов через NAT, я вижу, как пользователь глобальный интернет именно через NAT, я не имею там своего постоянного адреса. Ну, не знаю, это нормальная технология, которая достаточно широко сейчас используется, и плюс она имеет большие плюсы с точки зрения там защиты, да, с точки зрения защиты, и здесь сложно достаточно сказать, какую роль на фрагментацию она может иметь. Второе, да, значит, второе – это несовместимость, так как формулируют авторы, да, работы, несовместимость IPv4, где всего 4,3 миллиарда адресов, и IPv6, где 340 триллионов адресов, и требования двойного стека. Значит, когда создавался интернет, все считали, что 4,3 миллиарда IP-адресов хватит на долгое время. Как выяснилось, в общем-то, не хватило, а грядущая
грядущие изменения в технологии, такие как йод, там и много других, да, и, собственно говоря, когда сам человек, да, может стать частью йода, такие тоже разговоры идут сейчас, такие тоже работы сейчас ведутся, да, привело к нехватке IP-адресов. Нужен переход на IPv6. И, к сожалению, этот переход идет очень медленно. Рынок IPv4 превратился именно в рынок, то есть где открыто торгуют адресами. Адреса очень дорогие. Сейчас IPv4, с этим надо что-то делать, но пока с этим никто не делает, никто ничего не делает. Да? Ну, авторы какое выражают опасение, что, в принципе, если все страны перейдут потом на IPv6 и останется какая-то часть стран, которая на IPv6 не перейдет, то вот здесь может иметь место фрагментация интернета. Европейские исследователи говорят, что это маловероятно. Ну, дальше фаервол, виртуальные сети, не думаю, да, Tor или Onion Space, ну, здесь двойственное, да, ощущение. Правозащитник, который использует Tor, скажет, что это отлично, а правоохранительный орган, который ищет преступника, скажет, что это плохо. Вот новые GTLD, да, здесь действительно стоит вызов перед ICANN, потому что очень много заявок было подано на новые GTLD, и справится ли ICANN с таким наплывом информации, это... Это вопрос обсуждаемый, да, сейчас в связи, так сказать, с переходом с тем, что бытует мнение, что хорошо бы вообще DNS сделать на блокчейне, очень много заявок в ICANN подано относительно того, для того, чтобы сделать мосты между, соответственно, DNS на блокчейне и DNS, той структурой DNS, которую мы привыкли видеть. Да, еще маленький комментарий к IPv6. Вот, к сожалению, у нас на сети IPv6 внедрен на мобильной сети, мы очень бы хотели видеть, скажем так, больше российских ресурсов, которые работают через IPv6, но, к сожалению, пока этот процесс идет очень медленно. Альтернативные корневые зоны, я про это сказал, и поддельные сертификаты. По IPv6 еще один интересный факт, на самом деле, что о дефиците стало известно давно, и Япония, собственно говоря, США не очень интересовалась IPv6 технологией до определенного времени. ЕС и Китай, видя, что этот кусок, да, не занят США, на нем не доминирует, начали активно развивать IPv6. Но в этот момент военные США определили, что переход на IPv6 укрепит кибербезопасность, ввели соответствующий законодательный акт, и пошел переход на IPv6 именно крупных, скажем так, американских платформ, те самых Big 6, о которых я упоминала выше. Коммерческие риски. Потенциальные изменения в договорах о присоединении. Речь идет о, ну, особенно, да, это опасно, о взаимодействии так называемых глобальных тир-1-операторов, те, которые обеспечивают глобальную связанность интернета. Дело в том, что, к сожалению, по мощности своей операторы уровня тир-1, они, это тот, кто никого не покупает трафик, а пирится только между собой. К сожалению, глобальные тир-1, они все по мощности очень разные, образовались там, скажем, европейские тир-1, которые, ну, слабее, да, образовались они потому, что за это американские компании получили доступ к европейской инфраструктуре. Им достаточно сейчас тяжело, и есть вероятность, что они там могут каким-то образом пытаться воздействовать вот через эти пиринговые соглашения. И вот здесь, да, здесь такая опасность есть. Плюс это тема, которая касается сетевого нейтралитета, вот то, что у нас называется, да, сетевым нейтралитетом, это споры между операторами и контент-сервис-провайдерами о том, кто кому и сколько должен, собственно говоря, платить. Опять же, про приоритарные стандарты в йод, блокировка, регулирование и другие, ну, вот про сетевой нейтралитет я сказала, огороженные сады.
Это, собственно говоря, вот те огромные, те глобальные платформы, которые с помощью, да и не только глобальные, значит, которые с помощью политик стараются максимально удержать пользователя, да, чтобы пользователь залипнул в их экосистеме, и, собственно говоря, не отпускать его, тоже рассматривается как вариант фрагментации интернета, но, опять же, здесь, да, по, получается, платформам, да. Концентрация рынка публичных DNS, это европейские исследователи отмечают, они отмечают, что, собственно говоря, Google действительно пропускает, в принципе, до 90% трафика DNS, является самым крупнейшим DNS в мире, несмотря на то, что у него public DNS. Что не учитывают, что не учтено в работе 2016 года, а не учтено, что на самом деле еще есть одна очень важная вещь, которую очень часто упускают, а это именно стандарты. И фактически стандарты сейчас стали полем борьбы для защиты политических и экономических интересов путем формирования технических требований к стандартам их протоколов. Разработка стандартов, она достаточно открытая. Любой может прийти, любой предложить свои предложения по процессу стандартизации какого-либо протокола. Другое дело, что это должно быть обосновано. Ну, вот здесь вот пример, да, как разработка транспортного уровня протокола TLS-3, при разработке, да, не сошлись интересы двух, собственно говоря, акторов, да, Google, Apple, Facebook, принадлежит Meta, запрещена в Российской Федерации, да, Microsoft Cloudflare, привлекались на этапе разработки именно протокола TLS, да, и этот протокол был сделан, он внедрен, и сейчас там идут постоянные его улучшения. Значит, в США отдельные правительства не смогли добиться сохранения и поддержания, да, работает на динамических ключах, на поддержание работы на статических закрытых ключах. Технический комитет ESTI сделал новый стандарт ETS, и вот здесь будет война, ну, предрекают, да, войну этих стандартов, и это тоже может быть фактором, который тоже может оказать влияние на фрагментацию интернета. А вот теперь, насколько вот это вот КВИК, это достаточно интересная тема, как Google, да, использует свою работу в комитетах по стандартизации. КВИК – это новый транспортный протокол в браузерах и веб-серверах Google. Значит, работает поверх UDP и собирая, и фактически заменяет TCP, который считается, ну, действительно, TCP, он более тяжелый протокол с ростом таблиц маршрутизации, да. Идет сейчас спор о том, окостенел этот протокол, ну, то есть не является ли TCP причиной окостеневания интернета. Google разрабатывает КВИК. В 2013 году они выходят в ETF и представляют этот стандарт. В 2016 году, значит, создается рабочая группа, и в 2021 году протокол стандартизован. Мотивы Google коммерческие и технические, да, убрать окостенение TCP, что вообще-то хорошо для всех, да, но с другой стороны, эта разработка принадлежит Google, да, она будет связана с HTTP версия 3, да, улучшает очень сильно это конфиденциальность пользователей, и по заявлению одного из инженеров одной из тоже глобальных платформ, КВИК может скоро съесть интернет, да, но тем не менее, многие компании, многие глобальные платформы, они перечислены здесь, да, они, собственно говоря, заявили о своем намерении использовать КВИК, потому что это удобно, потому что это упрощает их работу. С одной стороны, КВИК – пример консолидации интернета, это вот та консолидация, о которой мы с вами говорили, через протоколы и стандарты. С другой стороны, этот протокол улучшает интернет,
который может способствовать устранению неравенства между пользователями интернета во всем мире. Правительственная фрагментация. Ну, собственно говоря, это фильтрация, соответственно, и блокировка контента, это атаки на информационные ресурсы, но это уже больше, да, наверное, кибер такая война. Цифровой протекционизм, когда блокируют доступ к ключевым платформам и инструментам, монополизация международных стыков, то есть когда один оператор или два оператора, которых выбрало правительство, могут передавать международный трафик, могут иметь подключение к международному интернету, соответственно, атаки на там, национальные сети, требования к локальной обработке данных, архитектурные изменения для маршрутизации, это Европа, кстати, достаточно активно продвигала, что весь трафик, который ходит на территории Европы, должен ходить исключительно через европейских операторов и не выходить за пределы Европы. Вторая тема, Европа очень хотела продвинуть, так сказать, ну, это Германия в первую очередь, Deutsche Telekom, как тир-1, который бы собирал на себя весь трафик европейских операторов и таким образом бы взаимодействовал со всеми остальными, убрав там телефонику, который тоже тир-1, соответственно, France Telecom, Telecom Италии и так далее. Это не прошло, это в 2014 году было. Да? Запреты на трансграничное перемещение некоторых категорий данных, стратегии для национальных сегментов интернет, киберсуверенность, международные рамки, призванные узаконить ограничительную практику. Да? Значит, и вот теперь у нас опять здесь получается такая вот дилемма, да, открытый, свободный, нефрагментированный интернет – это фактор развития экономики, но, с другой стороны, система национальных правительств никуда не исчезает. Поэтому как-то суверенность надо вписывать в рамки открытого, свободного, нефрагментированного интернета каким-то образом. И вот когда мы об этом говорим, имеет смысл посмотреть на две страны. Про Россию я не буду рассказывать, здесь, наверное, вы все знаете. Давайте посмотрим на Китай. Китай очень часто нам приводит как страна, у которой суверенитет такой, что дальше ехать некуда, но... Значит, во-первых, в Китае есть Гонконг. В Гонконге есть весь трафик. Да? Во-вторых, нужно различать регулирование, соответственно, островной и материковой части Китая. Вот. И более того, в Гонконге очень мощная точка обмена трафиком, куда многие стремятся прийти, и там отдается трафик на всю, скажем так, на весь азиатский тихоокеанский регион. Это Гонконг, это Китай. Второе. Значит, Китай фактически стал технологической сверхдержавой. Вот его три как бы камня. И обратите внимание, что он стал участвовать в 3GPP. Это, собственно говоря, орган по стандартизации, который стандартизует у нас мобильную связь. Причем прошел он путь от полного непринятия до полного вовлечения. Дальше. Китайские делегации в СДО стали одними из крупнейших. Китайское присутствие в IATF сегодня составляет 10% всех участников. И Huawei нанял старших руководителей IATF, чтобы быстро впитать вот эти вот ценности, да, чтобы войти в стандартизирующие организации, продвигать там свои идеи. Это, опять же, значит, исследователи европейские говорят еще о внесении Huawei идеи UIP. Я здесь не стала ее отражать, потому что, да, идея была внесена, но пока технически, в общем-то, непонятно, как она реализуется, и вопрос находится в подвешенном состоянии. Но, тем не менее, обратите внимание, каким образом развивается Китай. Так вот, участие Китая в организациях по стандартизации интернета можно рассматривать как средство интернационализации национальных стандартов. Делаем национальные стандарты и вытаскиваем наверх. Очень умная, очень мощная, очень хорошая политика. Да, и с одной стороны, там, ну вот авторы делают вывод, что они сочетают сотрудничество и фрагментацию, они сочетают сотрудничество и суверенитет. И умело продвигаются на глобальные рынки. Без глобальных рынков вот такой мощи они бы не достигли.
Ну и теперь давайте посмотрим Европу. Что касается Европы. Европа очень сильно увлеклась экстерриториальным регулированием. Первый такой документ, который она выпустила, и то, что называется маркетингом бюрократии. Первый документ, который вышел, этот GDPR, который распространял свое действие на европейских граждан, но учитывал трансграничный характер предоставляемых услуг. И дальше, если европейский гражданин обратился, например, к сайту, который находится на территории другого государства, не входящего в Евросоюз, и, соответственно, если европейские граждане, да, там не один, конечно, гражданин, там определенное количество, обращаются к сайту, который не находится на территории Евросоюза, и что-то там делают, и нарушают, по мнению, так сказать, законодателей Евросоюза, положение GDPR, вот такие вот ресурсы, они подлежат, соответственно, штрафу. Это либо 20 миллионов евро было, либо 4% с оборота. ЦИСКа в своем отчете писала, какой замечательный GDPR, и что 59% крупных компаний, это отчет о развитии, там, 18-20, что 59 компаний признают GDPR, и что 29% компаний знают о GDPR и собираются его выполнять, только 3% сказали, идите нафиг, мы не будем это выполнять. Это было в 2018 году написан отчет, но, к сожалению, GDPR обернулся немножко другой стороной. Да, и есть работа, есть, кстати, работа российских ученых, в том числе о том, что GDPR – это тоже элемент фрагментации, он сильнее способствует фрагментации интернета, чем любые другие законодательные акты. Значит, после внедрения GDPR ряд информационных ресурсов, особенно в США, просто закрыли доступ пользователя с европейскими IP-адресами, да, и Facebook принадлежит Мета, запрещенный, признанный экстремистской на территории Российской Федерации, в отчете 2022 года сообщила, что есть риск ее ухода с европейских рынков, если, так сказать, Европа вообще не разберется с трансграничной передачей данных, потому что Европа и Штаты не могут согласовать, по каким законам и как должна осуществляться трансграничная передача данных. Вторая тема, ну, здесь Европа прямо идет по нашим следам, только, значит, Европа создает службу ДНС свою, европейскую, и одной из функций этой службы ДНС может быть в том числе блокирование нежелательного контента на территории Европы. Цена вопроса 14 миллионов долларов, в Райпе шло обсуждение, в общем, опять же, нет однозначного, да, понимания, нет однозначного, скажем так, согласия в том, хорошо это или плохо, но, тем не менее, это есть. Дальше, закон о цифровых рынках. Цель ограничения власти глобальных платформ, ну, закон скорее рассматривают как положительный, но надо смотреть, как он будет работать. Дальше, закон о цифровых услугах. Опять носит экстерриториальный характер, и встал опять же вопрос, а не затрагивает ли этот закон работу ДНС, работы системы ДНС. Ну, вроде как Райб сделал заключение, что нет, но пока еще не ясно. То есть вот эти вот экстерриториальные там движения Европы, они тоже имеют достаточно сильный негативный эффект. И, наконец, еще одна директива, директива по обеспечению высокого общего уровня кибербезопасности в Союзе, которая называется NIS-2. Вот эта директива распространяется, к сожалению, имеет экстерриториальный характер и причисляет все корневые серверы ДНС к критической инфраструктуре и заставляет, и, собственно говоря, таким образом заставляет операторов, которые управляют вот этими корневыми ДНС, соответствовать требованиям, которые предъявляет Европа, ну вот, давайте так назовем, критической инфраструктуре, да, немножко у них там по-другому это сформулировано, чем у нас, критической инфраструктуре. И теперь выходит, и теперь получается большая коллизия. На самом деле корневые серверы ДНС обслуживаются на безвозмездной основе. И операторы, которые обслуживают их, они, ну, так сложилось, они это делают, на них возложена функция по сохранению, да, целостности, критической инфраструктуры, целостности интернета.
И вот этот вот экстерриториальный характер, ну, в общем-то, он приведет к тому, что 10 из 12, соответственно, корневых серверов будут попадать под действие этого закона, и сейчас идет работа с тем, чтобы попытаться как-то это вывести. При этом Европа потеряла свои позиции по стандартизации, несмотря на то, что в Европе создан свой институт по стандартизации, и он рассматривал, в Европе, вернее, несколько есть, да, институтов стандартизации, есть у них целая система стандартизации, но, к сожалению, вот свои позиции она теряет. Поэтому здесь следует обратить внимание на то, что вот это вот увлечение суверенностью и распространением ее на другие территории, оно заканчивается не очень хорошо. Ну и, собственно говоря, что же делать с фрагментацией? Это советы, которые, опять же, дает исследовательская группа при Европарламенте. Но тем не менее, они, наверное, да, я думаю, что могут быть применены ко всем. Первое – это принять фрагментацию, да, и тогда, соответственно, делается свободный поток данных на территории определенной группы стран. В случае Евросоюза – это Евросоюз, в случае нашем – это может быть, там, например, таможенный союз, да, и дальше создаются барьеры с другими странами, которые не входят в эту группу. Да? Значит, навязывание собственных технических стандартов и протоколов там, на основе интересов экономической политики, интеллектуальной собственности и так далее. Минус этого подхода заключается в том, что, опять же, я не видела ни в Европе, ни где-то еще таких протоколов уровня КВИК, которые сейчас разрабатывает тот же самый Google, который все не любят. Поэтому, ну, собственно говоря, это окостенение интернета, и это, в общем-то, потеря ценностей. Второе – сохранение статус-кво. Сохранение статус-кво – это говорит о чем? О том, что вообще интернет устроен так, что фрагментации быть не может, это все охота на снарка, и дальше, соответственно, надо сохранять баланс между принятыми МПА и какие-то придумывать правила для глобальных платформ, чтобы как-то их власть ограничить. Вот, ну, с целью улучшения конкуренции, не принимать, ну, то есть заморозить все, что есть, не принимать никаких новых НПА, которые могут привести к усилению напряженности между открытым и фрагментированным интернетом. Борьба с фрагментацией. Вот это сам, ну, вот этот буллет нравится очень, скажем так, всем техническим людям, потому что нужно пересматривать все НПА и нужно внимательно изучать, какой МПА воздействует на нефрагментированный интернет, если риски фрагментации, если есть риски фрагментации, то, соответственно, это там МПА либо отменять, либо его каким-то образом переделать. Понятное дело, опять же, ученые делают вывод, что вряд ли вот один из каких-то принципов будет приемлем для Европы, и они предлагают еще четвертый подход, подход, основанный на том, нарушаются ли права человека или нет. То есть единство интернета должно соответствовать правам человека. Это уже в рамке подготовки, видимо, предложений по глобальному цифровому договору. Динамика по первому вопросу понятна. Понятно, что, значит, главное, что все считают, что угроза фрагментации – это все-таки не миф. Сразу могу сказать, мне этот ответ не нравится, потому что мы очень стараемся, да, мы перешли на IPv6, мы, конечно, очень бы хотели бы видеть, да, чтобы, например, тот же ВКонтакте у нас переходил на IPv6, но вот пока товарищи не торопятся и, собственно говоря, из тех компаний, которые есть, наибольший переход на IPv6 имеет Google, который у нас, опять же, является технологическим лидером. Ответили. Здесь я тоже прокомментирую. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы российские компании, именно технологические компании, стали бы, да, тоже заняли какое-то место в ETF, но не разработкой, да, не через разработку суверенных стандартов, а, наверное, здесь имеет смысл позаимствовать, да, опыт там
Google и Huawei с тем, как работать с организациями по стандартизациями. Я извиняюсь, я бы тоже немножко прокомментировал предыдущий ответ. Мой ответ был бы нет, потому что, в общем, достаточно долго вопрос стоит в России с участием в разработке стандартов, но единственное, что удалось сделать, это каким-то образом минимально представить Россию в разработке стандартов в системе ITU, но которые особого влияния на интернет не оказывают. ВТР, к сожалению, практически... Ну, есть представленные организации, но их очень, очень мало. И они работают, в общем, как бы не широким фронтом, а по каким-то достаточно узким направлениям стандартизации. Спасибо. Ну, здесь я тоже тогда добавлю, да, давайте понимать, что Google занял свое вот место, свою нишу в организациях по стандартизации не потому, что они там куда-то продвигали своих членов и так далее, потому что они работали, они развивали свою платформу, и по мере развития своей платформы они придумывали какие-то новые решения, да, которые, ну вот опять же, Quick я привела пример, да, которые в том числе улучшали ну, существующий интернет, давайте назовем это так, да, и, собственно, вот это решение, оно полезно для всех, может быть, нам и не нужно пока стремиться, может быть, нам нужно научиться, да, нашим компаниям, особенно вот те компании, которые занимаются, да, которые представляют себя как платформы, нужно ну, во-первых, нужно как бы научиться пользоваться, да, тем, что есть, пользоваться открытыми стандартами, принимать стандарты, которые разрабатывают другие компании, да, не огораживаться от них и не кричать, что мы сейчас тут отключим Google, да, и у нас все будет хорошо. Нет, не будет. Нет, не будет, потому что, к сожалению, мы вынуждены признать, что на сегодняшний день вот эти вот шесть там, ну, их может быть больше, да, платформ, которые... признанные, еще их называют цифровыми империями, они, собственно говоря, и являются основной движущей силой в разработке стандартов в интернете плюс Китай. Но еще раз я очень хотела бы видеть наши компании в организациях по стандартизации, да, не потому что, опять же, что, ну, там, по приказу министерства, а потому что мы разработали хорошую штуку в интернете. Мы считаем, что она может быть полезна всем, и вот с этим приходить. Я больше поддерживаю тоже мнение, что нам не нужно этого делать, у нас свой путь. Почему? Потому что Китай изначально, смотрите, у Китая, он сначала закрыл свою, скажем так, экосистему, да, открывши там определенные шлюзы, он, более того, он позволил разместить у себя производства все, да, высокотехнологичные, американские. Он накопил огромный опыт производства, он накопил огромный опыт того, как производить высокотехнологичные решения. После этого они выпустили на рынок свое высокотехнологичное решение. Очень долго его там дорабатывали, наконец-то доработали, получили там место на рынке и так далее. Почему Китай закрыл, опять же, свой рынок? Да, собственно, все очень просто, потому что миллиард китайцев, которые подключены к интернету, они работают на китайские компании, которые, собственно говоря, приносят деньги, ну, во-первых, в бюджет, во-вторых, и китайские компании покупают оборудование у тех же китайских компаний, которые, собственно говоря, за счет вот этих денег развиваются. То есть это в большой степени, в общем-то, еще и экономический, то есть это экономически правильно построенная модель. Если мы закроем свой рынок вот сейчас, да, у нас рынок был открытый, у нас было плохо со своими технологическими решениями, но у нас было очень хорошо с внедрениями, у нас до сих пор, я считаю, что один из, скажем так, лучших интернетов, которые есть. Там, можно со мной соглашаться, можно со мной не соглашаться. Нам надо искать, конечно, какой-то свой путь,
И этот путь все-таки, да, он должен быть разработка уже на чем-то существующем, да, то есть нам нужно на что-то опереться, потому что скачок прыгнуть на 30, там, 50 лет вперед, мне кажется, это достаточно тяжело. Да, действительно, оба подхода имеют недостатки, если мы будем смотреть с точки зрения, скажем так, нашей, да, то есть как нам развиваться. Но с другой стороны, подход ЕС пока ведет, ну, то есть вот видно что подход Китая, он ведет и дает Китаю большие выигрыши. Китай становится той самой державой, которая тоже может наряду со Штатами диктовать свои условия на рынке высоких технологий. Экстерриториальный подход, в который заигралась Европа, к сожалению, ведет к отставанию европейскому. И здесь, с этой точки зрения, я вам хочу сказать, что в Европе гораздо меньше собственных ресурсов, чем, например, в России. И, ну, то есть взять вот просто там подход Европы или подход Китая у нас действительно не получится. Они надо анализировать и надо выбирать что-то, что подходит именно нам. И что будет вести к нашему, ну, если не технологическому процветанию, то, по крайней мере, не к технологическому упадку в этот период. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Было очень интересно послушать, особенно услышать ваш экспертный подход по поводу нормативных инициатив различных. У меня такой вопрос, связанный с тем, что я сейчас пишу исследование на эту тему. Интересно услышать вашу позицию, потому что, насколько я поняла, вы положительно относитесь к глобальному цифровому договору как к некому договору, который закрепит какие-то необязательные нормы, которые будут всеми выполняться. Вопрос заключается в следующем. Не считаете ли вы, что это очередная попытка, в том числе коллективного Запада, застопорить переговорный процесс на ООНовских треках, такой как рабочая группа открытого состава ООН, где сейчас проходят попытки принятия конвенций, в которой будут содержаться юридически обязательные нормы? Заранее спасибо за ответ. Смотрите, ну, первое, пока еще о глобальном цифровом договоре известно только одно, что он должен быть, да, и должен он быть к 2024 году. Мы не знаем, в какой форме этот договор будет, да, в форме ли рекомендаций, в форме ли есть позиция, что он будет сделан по типу договора о там, космическом пространстве. То есть мы этого не знаем, и мы... Этого еще не видели, да, нужно посмотреть вообще конкретно, что будет в этом договоре, это первое, да. Второе, значит, здесь вот это очень важный момент, о котором я тоже хотела бы сказать. На самом деле в разработке материалов по этому договору участвует не коллективный Запад, участвуют не политики, участвуют ученые. Ученые, которые имеют образование, многие из которых имеют образование в области компьютерных наук. У них там есть computer science, по-моему. То есть тот же Windsurf, он профессор, он занимается академической научной деятельностью. Вот тот документ, который я приводила, Европейской исследовательской рабочей группы, это тоже люди, которые занимаются наукой. Люди, которые занимаются наукой, и наукой, многие из них занимаются именно инженерными, да, или фундаментальными науками. И они, на самом деле... В общем-то, достаточно далеки от политики, потому что если дальше вы посмотрите внимательно работу, там нет, скажем так, какого-то вот, нет там постоянного упоминания России, да, и они же говорят о том, что несмотря на то, что во всех заявлениях России и Китай объявляют там самыми главными сторонниками фрагментации, у Европы тоже лицо немножко в пуху. Вот. Значит, к сожалению, да, мнение, вот эта вот позиция, что Запад, вот эта вот позиция, что коллективный Запад хочет там чего-то, она не совсем правильная, не совсем правильная. И я объясню, почему.
Значит, если вы возьмете обе эти работы и посмотрите на, ну, особенно европейскую, посмотрите на список работ ученых, на которых ссылаются, соответственно, европейские ученые, то он там, ну, мне кажется, больше 100, да? Из них российских ученых, на которых ссылаются работы, всего 3. Значит, одна – это Илона Стадник, и 2 работы коллег из Донского университета, один Донской, второй, один Ростов-на-Дону, второй, по-моему, Краснодар. Вот, и все. Вот, и которые, собственно говоря, анализируют GDPR. Которые анализируют GDPR. Все. Коллеги, во всей России 3 ученых, которые написали, которые что-то сказали по фрагментации интернета. Из 100, из списка более чем там 100, то может быть и 200. И здесь, вот, в принципе, нам бы, конечно, тоже нужно было бы, как, ну, то есть нужно, я уже сказала, что нужно уходить здесь от политики, потому что политика – это политика, да, нужно на какое-то время дать слово ученым, которые изучат эту тему. Я же недаром показала вам модель, да, может быть, подставят вот в эту модель правильные значения и дадут свое видение, да, видение, которое свободно от... Сейчас очень тяжело, сейчас очень, скажем так, тяжелая ситуация, да, и нельзя смешивать технику и политику. То есть вот это вот смешивание, оно не ведет к хорошим... не ведет, скажем так, к хорошим результатам, особенно когда мы видим, что мы немножко отстаем в технологическом секторе. Здесь, еще раз, здесь нужны, да, нужны ученые, это первое. Второе, нужно, конечно, готовить студентов тоже по этому направлению, с тем, чтобы они давали обоснованные мнения, подкрепленные научными фактами, подкрепленные расчетами, подкрепленные исследованиями. Если позволите, я хотела бы прокомментировать ваш ответ. Вы сказали по поводу того, что еще непонятно, что будет в этом договоре и какого он будет содержания. Если посмотреть, что пока декларативно заявляется, то в основном те необязательные нормы, которые планируются разработать, они практически полностью повторяют мандат рабочей группы открытого состава в части Capacity Building Measures. И в целом не совсем понятно, ну, лично мне, зачем еще одно дублирование того, что уже есть. Потому что и так уже члены государства разрабатывают эти меры, в которые планируется также прописать в глобальном цифровом договоре. По поводу второй части, которая касается того, что вы сказали, что не стоит смешивать технические и политические аспекты, если мы вспомним, то глобальный цифровой договор, он все-таки продвигается на уровне форума ООН по управлению интернетом. Я как участник 2 лет этого форума могу с уверенностью сказать, что, к сожалению, с неполитической точки зрения выступаем только мы. Если мы откроем сессии прошлого года, практически каждый день поднималась тема Украины, и да, заявляется, что форум должен быть неполитизированный, в том числе, когда обсуждается глобальный цифровой договор, но этого не происходит. И последний пункт по поводу российских экспертов, которые писали на тему глобального цифрового договора. В связи с тем, что сейчас пишу работу на эту тему, могу сказать, что есть еще российские эксперты, которые на эту тему высказались, в том числе это Центр по международной информационной безопасности, МГИМОшный, ЦМИП, и не только. Вот. Спасибо большое за ваше мнение. Значит, смотрите еще раз. Высказаться – это мало, важно, чтобы услышали, да, это первое. Второе, я как спикер на 2 IGF, это 2020-2021 год, я вам могу сказать, что мы обсуждали исключительно технические вопросы, без политики. Значит, первый вопрос был о том, выдержит ли, собственно говоря, каким образом все эти справились с пандемией. Во время пандемии, когда у нас трафик возрос на 70%, вторая тема, это была тема digital, DNS over HTTPS, чисто тоже техническая тема, когда, собственно говоря, я высказывала точку зрения о том, почему это нехорошо и почему это нельзя внедрять. Опять же, основываясь исключительно на, скажем так, не политических, а
технически, в большей степени на технических вещах, на вещах, которые связаны с поддержкой пользователей, которые у нас Cloudflare, к сожалению, не обеспечит и не собирался, собственно говоря, обеспечивать. Да, в какой-то степени я сослался на политическую часть только в том плане, что, собственно говоря, Вестфальскую систему, она не разрушена, и никуда она не денется, и поэтому нам надо это тоже, собственно говоря, учитывать. Из, соответственно, вот на IGF обсуждаются не только политические вещи. Это я вам могу сказать абсолютно точно. Обсуждаются, скажем так, вещи, которые связаны с поддержкой пользователей, вещи, которые связаны с техникой, то есть каким образом пропускается трафик, как пропускается трафик. И на это политика, поверьте мне, никак не влияет, да. Какие меры нужно принять после того, как вот произошел во время пандемии, соответственно, взрыв трафика. То есть там скорее социально-технические вещи обсуждались, потому что я рассказывала о причинах, да, роста трафика и сравнивала ее с кривой принятия неизбежного, скажем так, или принятия неизбежного. Еще вопросы? Коллеги, я позволю себе чуть-чуть прокомментировать. Я тут соглашусь скорее с Ревик в том плане, что, конечно, деполитизировать, так сказать, оба процесса достаточно сложно. Хотя, в общем, мы видим, что на уровне предшественника, так сказать, рабочей группы открытого состава была группа правительственных экспертов, извините, которой удалось договориться с некими общепринятыми нормами, и, в общем, во многом результаты работы группы открытого состава базируются как раз на этих общепринятых, скажем так, договоренностях. Вот. Тут надо сказать, что два процесса эти идут параллельно, они, так сказать, не замедляют и не ускоряют друг друга, ну, на мой взгляд, конечно. Вот. Дело в том, что хотя они идут, оба процесса идут в рамках Организации Объединенных Наций, так или иначе, но в группе открытого состава, хотя она и открытого состава, участвует только государство. И то, как могут там участвовать негосударственные акторы, это на уровне участия в консультациях. Ну, достаточно ограничено, на мой взгляд. Что касается разработки глобального цифрового договора, то в этом случае все сообщество, ну, по крайней мере, так, как декларировано Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, все сообщество участвует в подготовке этого договора. И итоговый вариант, я думаю, что только голосоваться будет на уровне Генеральной Ассамблеи, но так или иначе, именно в процессе подготовки примут участие и ученые, и представители государств, и, так сказать, не знаю, операторы, техническое сообщество, и пользователи. Поэтому, в общем, не надо, во-первых, эти два процесса путать. Ну и мне кажется, они на самом деле только как бы ускоряют друг друга, потому что дискуссия о похожих темах, часто аналогичных темах, ведется на разных площадках, и чем шире дискуссия, тем лучше будет результат, на мой взгляд. Спасибо. Ну, я дабы дополню еще. Смотрите, у нас, когда на этапе, когда интернет в России там, ну, вот становился, развивался, да, у нас при Министерстве связи был технический совет, да, технический совет, куда входили эксперты, именно технические, не, да, куда входили эксперты, которые, с которыми обсуждались, собственно говоря, те вопросы, которые стояли на повестке дня, да, не так, как вот сейчас мы это видим, да, а вот мы хотим так и все. И находились, туда входили и федеральные органы исполнительной власти, соответственно, и туда входили именно технические эксперты. Он так назывался, по-моему, технический совет. Вот. И, в принципе, это давало свои результаты. Давало свои результаты очень неплохие. Еще раз я хочу подчеркнуть, что у нас на сегодняшний день интернет один из лучших, несмотря ни на что, да, один из лучших в мире. Доступ в интернет один из лучших в мире.
И, скорее всего, ну, и здесь, да, вот, наверное, тоже нужно возрождать, вот, возвращаться, вернее, к истокам, да, и тоже делать какие-то там технические, именно технические, да, вот, не политические, а именно технические советы, наверное, и при, соответственно, может быть, Государственной Думе, может быть, при, там, Минцифры, то есть какие-то технические вещи, да, потому что, опять же, вот я слушаю, когда правозащитников, я иногда там прихожу в ужас, вот, слушаю правозащитников с другой стороны, тоже прихожу в ужас. Здесь нужно, ну, нужно все-таки отделить определенные вещи, которые достаточно серьезны, да, потому что речь идет, в общем-то, о том, а где мы дальше окажемся в нашем там цифровом будущем с теми или иными подходами. Вот. И здесь, кроме технических специалистов, да, никто, наверное, более точную, более четкую точку зрения не донесет. Технических специалистов и, еще раз, да, специалистов, которые занимаются именно компьютерными, именно, ну вот на Западе у них прям есть там степень, там, ну у них доктор, это наш кандидат, да, наверное, в компьютерных науках. Вот, и в институтах, да, и в институтах тоже, конечно, нужно тоже, ну, нужно готовить вот людей с такой, это... Наверное, технические философы, да, можно так сказать. Вот, наверное, нужно посмотреть, чтобы в институтах тоже такие программы все-таки появлялись. Тогда будет меньше политики и больше, собственно говоря, больше... То есть это, я считаю, что это в наших силах сдвинуть разговоры от политики, да, но только здесь мы отделяем, от политики к каким-то технологическим, ну и, может быть, коммерческим вещам. А вопрос все-таки связан с политикой. Как будет, есть ли какие-то разработки, исследования по тому, как, вероятно, будет использоваться фрагментация не сколько в техническом, сколько вот в социально-политическом ключе? Ну, смотрите, вы можете, я еще раз говорю, в моей позиции, вы можете посмотреть вот исследование, которое сделала... Да, я понял. Угу. Да, там есть ссылки на очень много, там есть и технические вещи, и там есть и технические вещи, там есть и политические вещи, да, но дело-то вот в чем, дело в том, что фрагментация, она на самом деле не нужна никому, ни той стороне, ни этой, потому что оказаться... Нужно право определять какие-то вещи, да, право на управление, скажем так, информацией, потому что, давайте приведу пример, в Венгрии фашистская символика запрещена, ее запрещено использовать, а в Штатах на основании их конституции эту символику использовать можно, да, и вот каким образом... разграничить, да, каким образом разграничить эти зоны ответственности. Опять же, да, здесь ситуация такая, что претензии у политических блоков, они идут к информационному слою. Но при этом очень часто они забывают о том, что есть технологический слой. И вот эти вещи, они хотя и взаимосвязаны, да, но тем не менее эти вещи нельзя, ну, эти вещи нельзя смешивать, это во-первых, да. Во-вторых, еще раз, ну, почему, собственно говоря, почему концепция, да, Фукиямы провалилась? Потому что его же тогда критиковали. Смотрите, достаточно, там достаточно интересные темы есть, там и про Вестфальский договор. Uh-huh. И почему критиковали Фукияму? Потому что Фукияма, когда говорил, что все хорошо, либеральные демократии везде победили, да, его спрашивали, а как вот мусульманское общество? И ответа не было, да. А как... Здесь нужно... Если нужно договариваться о каком-то
Ну, наверное, разделение, может быть, доступа к информации, не знаю пока. Я допускаю, да, что в принципе, ну, вот я могу сказать, что, опять же, да, после, скажем так, блокирования Фейсбука, который принадлежит компании Мета, которая запрещена на территории, которая признана экстремистской на территории Российской Федерации, да, что произошло? Произошло падение трафика, да? А потом пользователи, и вот там характерного всплеска там, роста трафика весной у нас не было. Да? Мы, в общем-то, решили, что, ну, собственно говоря, все, умерла так умерла. Нет, на самом деле пользователи просто искали платформу, куда им перейти для того, чтобы, ну, продолжать привычное общение. Этой платформой оказался, ну, частично ВКонтакте, да, ушли, но основной платформой оказался Телеграм. Да? Телеграм с достаточно слабой инфраструктурой, но тем не менее он оказался вот той самой платформой, который, во-первых, стянул ту часть российских пользователей, которые ушли из Facebook и Instagram, причем получили они больше, потому что в Facebook был аккаунт, а в Telegram это целый канал, да, и если вы посмотрите сейчас в YouTube, то там ищите нас на канале Telegram. Вот. И процент трафика, который ходит через там VPN, он, ну, минимальный. То есть не так много народа ходит с использованием, ну, то есть проводит времени в запрещенных, да, на запрещенных ресурсах, там с использованием VPN. Мы на конференции Transnet, которая проходила вот, на той неделе, подсчитывали там какие-то доли процента. То есть, ну, В принципе, да, здесь, еще раз, здесь вопрос очень сложный, вопрос лежит в информационной плоскости, как разделить, то есть, во-первых, как разделить право на доступ к информации, да, и что считать правом на доступ к информации, потому что в каждой стране это может быть разными, да, оно может восприниматься по-разному, вот. Второе, да, и второе не путать, то есть не надо убивать технологию только ради того, чтобы закрыть доступ к информации. Третье, да, в принципе, нужно, ну, это вот на первой лекции говорилось, что нужно воспитывать умение, да, использовать те ресурсы, которые там соответствуют, ну, условно говоря, ходить на те ресурсы, которые соответствуют нашим там культурным там ценностям и так далее, да, то есть нужно воспитывать, ну, некий вкус, некий, скажем так, вкус, потому что, опять же, и умение находить, и умение использовать нужную информацию в интернете, наверное, не запретами, а тем, что зачем тебе идти туда, когда вот есть вот совершенно прекрасная там, совершенно другая среда, которая больше там соответствует нашему культурному слою. Да, но опять же, да, если еще раз, это, например, клинический психолог, которому крайне необходимо, да, общаться со своими зарубежными коллегами, то доступ закрывать не нужно туда. Потому что он принесет, опять же, общаясь с зарубежными коллегами, он принесет их опыт, и кому-то в конечном итоге станет, он, да, возможно, да, он кому-то поможет. То есть вот таким вот образом.